Девочки, с вами позавтракаю. Поставила вас. Не знаю. Короче, этот. У меня какао. И рожки. Приготовила творог. Творог не хочу с ягодами. Убрала в холодильник. Ой. Хочу, знаете, что сказать? Поделиться с вами. Вообще, я возмущена, конечно, с этой соседкой. Я не ожидала. Живет, короче, соседка. У нас здесь. Не буду показывать пальцем. Я с ней на днях. Ну, неделю там назад. Сидели на скамейке и просто по-соседски поделилась. Понимаете? Не буду рассказывать о чем. Угу. Человек уже возрастной. Ну, думаю, поделюсь. Угу. Она, думаю, оставь все между нами. Я ее не предупреждала об этом. Ну, тайны никакой в этом нету, девочки. Ну, я не хотела, да, распространяться. А просто с ней чисто по-человечески, по-соседски просто поделилась, понимаете? Потом расскажу. Как-нибудь, почему я с ней поделилась. Так она. Мой секрет. Распространила везде. С ней. Что, сука, за баба такая. Теперь. Я услышала, короче, от другой соседки. Угу. Вот почему я ни с кем не дружу. Женская дружба вообще. Она настолько поганая. Потому что, знаете, как бы ты ни думал о человеке хорошо. Тебя подруга может сюда подставить. Она мне не подруга, она мне просто соседка. Сейчас дело не у нее, я вообще говорю. И вот. И мне, значит, другая соседка говорит так и так. Я рну. И я поняла, откуда ветер-то дует. Потому что эту тайну я говорила только с одной соседкой. Никому, даже вам, понимаете, тайны. Ну, это так, громко сказано. Ага. Вкусная макарон с грибами. Я вот. Сама она сидит на скамейке. Я что-то то ли мимо шла, то ли что. Да, мимо шла. К ней подхожу и говорю. Вы зачем? Рассказали. Кто? Я просто сказал, девочки, кто вас за язык тянул? Вот вам цитирую слова «Истинный Бог». Кто вас за язык тянул? Кто вас просил распространяться? Она сразу повысила голос на меня. Она со мной все. Сюда. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Я так их называю. Без мыла в жопу влезает. Угу. А тут... Знаете, какая стала? Агрессивная, злая. Да. Лицо
прям поменялась на ходу. Булочка, девочки, булочка, она крошится очень, пловечка. Вот. И она стала оправдываться. Прям на ходу поменялась, девочка. Стала объяснить, почему она сказала той соседке. И она одно и то же повторяла несколько раз. Раз 20, наверное. Злым видом. Ну ладно. Сказала, сказала. К чему я это все рассказываю вам? А дело в том, конечно, я с этого глобальную тайну не делала. Ну, я не распространялась, да? Это как бы касаемо... Секрет был как бы касаемо только меня. Ни о ком никакой сплетни не было. Касаемо все меня. Угу. Так. Угу. Выдал мой секрет. Это все нормально? Ее просили. Я ей просто говорю, зачем, кто вас за язык тянул, да? Ладно. Сегодня все, она все прикидывается глухой. Ничего не слышит, ничего. Но это не тетя Соня, нет. Угу. Мы с Колей поехали в самокат выгуливать. Она услышала, что мы на улице. Угу. Вышла и орёт на весь подъезд. Блять, вы знаете, ей она выходит, я ей говорю, здравствуйте. Она вот так с руки в боки. Я! Она не здравствуйте, ничего мне не сказала. Я из-за тебя всю ночь спала. Ну, скандалистка, блядь. Ты меня вчера так обидела. Ты меня обозвала. А я вообще ее никак не обзывала. От слова совсем не обзывала никак, вы понимаете? Тварь безбожная. Все извратила весь мой разговор. Перевернула. А люди... Все слышали, какие люди. Сидели люди в машинах. В каких машинах, девочки? Никого в машинах не было. У нас, вы видите, какой двор. У тебя машина стояла, может, одна. Никого не было. А сколько совсем? Люди слышали, как ты меня обзывала.
Я всю ночь проревела. Вау. Я от нее этого не ожидала. Хотя. Ну, я с ней всегда нормально общаюсь, девочки. Всегда. Понимаете? Я со всеми соседями всегда нормально общаюсь. Я ни с кем ругаться не люблю. Человек я очень даже люблю. Меня не задевает, я никого не задену. Никогда. Кто как живет, мне вообще без разницы. Они меня не трогают, я их не трогаю. Здрасте, здрасте, всегда. Все. Никогда ни зачем никуда не хожу. Не прошу ни соли, ни сахара, да, ни хлеба куска. Ко мне кто, тоже никто не приходит. Ну, лето. Извратила. Мой разговор. Не придумывала. Вы понимаете, о чем я говорю вам? Я вот истинно Бог говорю. Что мне врать? Ну, что мне смысл врать, если я говорю это на камеру и говорю это на своем рассказываю канале, да? Который меня смотрит и с Марпасада, и с моего дома смотрят люди. Вот. Не только там, издалека. Зачем мне это надо врать? Я говорю, ей плохого слова не сказала. В смысле, не обзывала я ее. Я ей просто сказала, зачем вы распускаете длинный язык? Вот. Для нее, значит, это показалось, что я оскорбляю ее длинный язык. А что не длинный? Я называю вещи своими именами. А как, это не длинный язык называется? Она распустила свое помело. Надо было так сказать еще. Но я не сказала помело. Я мягко сказала, да? Культурно, вежливо. Спросила, задала ей вопрос. Хотя, если бы я такая же была истеричная, как она, я бы могла бы, как сирена, да? Наорать на нее и все. Девочки, но она уже возрастной категории женщина. Во-первых, некрасиво, да? Нехорошо. Как я могла возрастную женщину вообще обозвать? Это вообще, как бы, знаете, для меня это, ну, неправильно. Ну, вот. Но эта возрастная женщина, значит, ей можно, если у нее возраст, да, ей за 70, значит, в силу своего возраста можно напридумывать, да, и переворачивать разговор, извращать и как бы делать так, как ей удобно, мягко сказано, да? В защиту себя. Понимаете, что я хочу сказать? Я бы сказала бы всякими словами, да? Другими. Но, девочки, тут нельзя ничего говорить на этом Яндексе. Тут такая проверка жесткая. Вот. Тут надо очень культурно вести себя. Так, сейчас я приду. Вот так. Она извратила, да, все это дело. Вот. Я не спала. Как, что значит не спала? Ты не спала, значит, за свой длинный язык ты не спала. Конечно, ей неприятно, да. Она думала, что? Она не думала, что мне не понравится это. А я должна была что, ее похвалить за это? Я ей сказать должна была. Какая молодец, да? Продолжайте дальше свое высовывать жало.
Я и так ни с кем не делюсь, девочки, понимаете? Если с чем я делюсь, с чем нужно, да, я делюсь, ну, на камеру, с вами делюсь, да, со своими зрителями, подписчиками. Вот. В реальной жизни я могу делиться только с мамой. Но сделала прогрешность, да, я знала, я в глубине души знаю, да, что, ну, сейчас, извините, конечно, да, я не скажу сказать про всех, что люди гнилые, да, ну, девочки, я не хочу думать, да, что все гнилые, я просто отношусь ко всем очень хорошо, к людям, стараюсь относиться хорошо. Я могу хранить чужие секреты, если на то дело пошло, да, если со мной человек скажет, я не буду рассказывать. Я знаю, что сказать, что не сказать. Но почему-то вот люди из моей практики жизненной, да, возрастные особенно возрастные, да, старшего поколения, они думают, что им все положено, все им можно. Что им можно сплетничать, что им можно все переворачивать в свою пользу. Потому что они жизнь прожили, они говорят. Я считаю, что это неправильно. Если человек даже и жизнь прожил, наоборот, да, должен понимать, что можно, а что нельзя. Нам еще молодым, как бы, да, должно быть простительно. Если сравнивать, например, с возрастной... Ну, с возрастными людьми, вот, с возрастного поколения. Нам простительно, в силу своей молодости, да, неопытности, скажем так. А уж им-то почему мы должны прощать? Конечно, у меня возмущений нет предела. Я о ней не думала так. Хотя, вот что я хотела добавить. Моя мама, она мне как-то в прошлом году говорила. Я, говорит, ее знаю, мы вместе работали. Где они? Я, девочки, не помню сейчас, где они работали вместе с этой женщиной, да? Я ее знаю, она очень нехороший человек. Так вот скажу. Понимаете? Она меня предупредила. Ну, девочки, я с ней не работала, я ее не знаю, да, я ничего не могу сказать. По-соседски мы всегда хорошо общались, всегда. С улыбочкой всегда, по-простому, понимаете? Но мама меня предупредила, что она очень нехороший человек. Вот. И так далее. Она мне там рассказывала. Но об этом я не буду говорить. Это к теме, к этой не относится. Вот. Это слова моей мамы. И вот. И всю вот эту нехорошесть, девочки, конечно же, она теперь подтвердила слова моей мамы. На самом-то деле, мама права. Ну, я как бы слишком не придала внимания к этому, понимаете? Я в силу своей душевной простоты с ней поделилась. Да. И теперь я уже задумалась не раз. Я очередной раз задумалась, да? Что вообще ни с кем никаких дел не стоит иметь. Вообще. Ни с соседями, ни со знакомыми. Потому что вот такое уродство. Вот знаете, как у нас в Арпасаде говорят? Это не мои слова. Не мои. Это и в интернете писали, не буду говорить где. И в реальной жизни говорят. У нас давно уже такая молва входит. Что у нас, я не знаю, девочки. Может быть, везде так, я говорю, я придерживаюсь всегда, что люди везде одинаковые. Всегда говорю, вы уже слышали, да, у меня на видео на другом канале. И на Яндексе, Дзен, и в Ютубе. Я всегда говорю, что люди везде одинаковые, как плохие, так и хорошие. Вот. Но люди говорят, молва идет. Что у Марпасаде самые поганые люди. Понимаете? Еще раз повторяюсь, это не мои слова.
Об этом и пишут, и говорят. Самые гнилые люди в Марпасаде. Вот просто наглядное вот это, и этому подтверждение моя соседка. Поганый и гнилой человек. Наговорила на меня, что этого не было, да, что я... Еще раз повторяю, да, может быть, я повторяюсь, извините, да, просто я хочу вот объяснить, что у меня в душе сейчас, на эмоциях я, что я ее обозвала, что я ее оскорбила. Я никак ее не оскорбила, я говорю, просто зачем вы распускаете свой длинный язык? Все. Я назвала вещь своими именами. Я ее никак плохим словом не обозвала, от слова совсем. Но она зацепилась к этому слову и посчитала, что это оскорбление. А что это? Это не оскорбление. Это я сказала так, как оно есть. Вот так. И, конечно же, я сделала выводы, что я ни с кем, блядь, ни о чем не буду говорить. И понесла. Время 5 часов утра, 6 час, да, 6 часов. Она на весь подъезд орет на публику, вы понимаете, тихо, спокойно не может сказать, специально провоцируя, понимаете, на скандал, чтобы слышали соседи. Люди еще спят, не спят, не знаю, да, ну, у кого там за дверью, у каждого своя история жизни, вот. Она бы могла бы, если бы ей что-то не понравилось, она бы спокойно подошла бы тихонечко, да, Оль. Вот так и так, да, вот, если на самом деле что-то так вот ей не понравилось. Вот я переживала за слова, да, и мне было, ну, я ей высказала, что мне тоже неприятно, девочки, я тоже почему-то переживала. Значит, мое переживание ей не в счет, а я должна переживать за ее переживание, блядь. Кто она мне такая? И орет на повышенной интонации голоса, орет на весь подъезд. Это разве нормально? Нет, конечно. Скандалистка, хулиганка, извращенка старая. Как я еще могу сказать? Вот так вот. Сделала тайну! Она мне говорит, это не тайна. Просто я с ней поделилась. Это не тайна. Просто я с ней поделилась. Почему? Я еще раз говорю. Я потом вам расскажу. Ну, как-нибудь расскажу, почему именно с ней я поделилась. Не с кем-то, а именно с ней, да. И почему? Что за причина была у меня? Поделилась с этим человеком. Придет время, я вам вернусь к этой теме и расскажу. Вот. Вот сидишь и видишь какие-то пятна на плитке, блин. А я даже так стояла и не видела. Вот. Ой. На улице сегодня жара, 30 градусов будет. Вот такая история. Очень неприятная для меня. И с ней я больше даже здрасте не буду говорить. Все. Если она думает, что я это все пропущу через себя, как губка, да, и буду с ней опять общаться, как я общалась, и здороваться, нет. Я не из тех людей. Все. Я ее знать не знаю. Вот пройду вот так, глаза посмотрю и даже здрасте не скажу. Такой я человек. Потому что так нельзя. Думай, что ты говоришь. Я всегда говорю. Всегда. И в своих эфирах говорю. Думайте, что вы пишете. Думайте, что вы хотите произнести. Человеку у нас голова есть для чего? Просто так, чтобы ее носить, что ли? За место красоты? Нет, конечно же. В ней есть мозги, которые должны работать и думать. Ну, значит, если она так поступила, значит, это ее характер. Значит, мама была права. Да. А как еще я могу сказать? Характер такой. И все. Красавицы мои. Конечно, у меня и среди зрителей есть такие же люди. Я в этом нисколечко не сомневаюсь. Как, я еще раз повторяюсь, как есть хорошие люди, так есть и
гнилые, вот такие, как моя соседка, до мозга костей. Да, которые переворачивают, извращают. Вот сейчас я говорю, да, а мой разговор там перевернут и скажут не так, как я говорю, а скажут совсем по-другому. Каждый думает в меру своей испорченности. Как эти люди думают, так они вот в меру своей испорченности переворачивают, извращают и выкладывают из своих гнилых уст. Угу. Вот такой у меня был разговор с соседкой. Она мне испортила, ну, а как испортила? Она мне попыталась испортить настроение с утра. А я человек такой, я человек эмоциональный, импульсивный, как бы, да, я высказалась, да. Если бы я не высказалась сейчас вот нас, вам, да, я бы, да, мне было бы неприятно, но это недолго. А я вот высказала, что я хотела высказаться. Я знаю, что вы меня услышите, прослушаете. Кому-то понравится эта тема, кому-то не понравится. Это уже другая история. И мне все. И мне теперь хорошо, мне легко. Мне самое главное высказаться. Вот и все. Я на своем канале всегда говорю все, что думаю. Ну, как? То, что положено говорить. А то, что не положено, конечно, я не скажу. Вот так. Думаю-то я много чего. Как, наверное, любой из нас. Ой. Пойду я из машинки белье вынимать. И встретимся мы с вами в следующем видео. А сейчас я буду загружать. Напишите, как вам мой конь вороной. Мне он очень нравится. Очень. Я безумно довольна покупкой. Честно. Спасибо вам всем, конечно, за подписку, за лайки, за комментарии. Всем отличного дня, отличного настроения. Желаю приятного завтрака или обеда, кто будет кушать. Может, у кого-то будет ужин. Ну, всего самого хорошего, добра вам. И не будьте такими, как моя соседка. Вот что я хотела бы еще сказать. Да. Я считаю так. Как бы у человека каких бы трудностей не было, да, в жизни, да, не надо злиться на других людей и извращать все, переворачивать. У каждого своя жизнь и у каждого из нас свои трудности. Побольше позитива, побольше, поменьше негатива. Весь негатив надо оставлять у себя дома. Все. И, конечно же, не надо говорить, если тебе с тобой человек поделился, не надо распространяться. Язык прищеми. Ну, я сделала соответствующие выводы, теперь что? Теперь я не буду с ней говорить ни о чем. Пошла на кобыле-трещину. Эти старые. Старые хуже, чем молодых. Во много раз. Угу. Наглые, беспринципные, вообще беспардонные, мерзкие людишки. А что я еще могу сказать? Ну, потому что вот так себя ведут. Они думают, что все, блядь. Они же не прожили, все им можно, все им положено. Вот так. Ой, пойду, девчонки. Всем пока. Всем доброго утра. Девочки, вывозим агрегат. Короче, я вообще боюсь его. Девчонки, всех с рассветом. Посмотрите, как солнышко светит. Колечко, зайчка. О, поехал колечко. Зайчка поехал, девочки. Вот это да. Испытание. Испытание коня. О, какой красивый, девочки. Я не могу. Колечко, он так тебе идет? Оно медленное, вот так его. Он так тебе идет, он так тебе к лицу. На первой скорости, говорит, езди, на третью не надо. Мне наполовину хватит. Ты куда поехал? Поехал, блядь. Ох, заеба.
время у нас, девочки, 6 часов утра. И уехал. И чё? И все. И зайчку не видно. Я переживаю. Душа, сердце болит. Ой, красавец. Конь мой вместе с колечкой. О, зайчка, ты меня не раздави. Второй очень сильнее. Второй я не поеду, я на первый. А на первый как включается, зайчика? Вот а? Так, первый его. Вот тут надо нажимать, да? Во, смотри. Девочки, я забуду. Два. А вот этим пальчиком вот это надо держать, пальчик. Три. Один. А тут что включается, вот это что такое включается? Свет. А, свет, девочки, тут есть фонары. О, девочки, слышали? Посигнали, посигнали. О, если колечко за мной приедет на свидание, он будет сигналить вот так. Смотри, вот это потекойка делай, вот так. Ну, ничего. Зайчка, да я тоже прокачусь, ты меня снимай. Ага. На камеру. Хочет камеру установить он, купить. Что, мотоцикл не украли, я не могу. У меня счастья нет предела, у меня сердце, девчонки, даже не представляете, как бьется от счастья. Такой хороший. А нам хватит зайчика одного на двоих. Куда нам их? Такой хороший, вообще супер. Да, зайчика? Давай, зайчика, снимай мне, давай, держи. Вот так я снимаю. Потекуй кнопка. Зайчика, ты вот так держи, пожалуйста, телефон. Вот так держи, вот так вот. Сюда пальчик засунь, а то уронишь. Коля, вот так пальчик засунь. И держи, ладно? Давай потихоньку. Коля, я боюсь. Потихонько. Не, вот так потихоньку нажимай. Ой, девочки, как страшно-то, а? Прибегай, потихоньку. Во. Вот я вот так буду тихо ездить. Я никуда сильно не поеду. Я туда еду, девочки. Подожди, Коля, отойди, я тебя раздавлю. Ты лопкой руками сделай. Ой, отстань от меня. Дармонит, бля. Не ори на меня, Коля, я и так растерялась уже. Я тут машину могу раздавить. Ты меня прям пугаешь всегда. Я еду. Ничего, я привыкну. Шумахер, да. Да, зайчик, я приеду. Езжай прямо. Ну да, поехали, блин.
Кто-то скрипит сзади. Ломка, нажимай. Коль, там что-то сзади с колесом, что-то неладно. Ну, хлопка, нажимай. Смотри, очень даже хорошо. Там что-то это, колесо тр-тр-тр-тр-тр, я не поняла. Сейчас еще раз проеду. Очень хорошо ехать. Ты лицо-то мое снимаешь? Нет, лицо. Снимаю. Что-то сзади это ших-ших-ших зашумело. Посмотрим сейчас. А, сбегал, смотри, корей. Супер. Это камень, это камень. Короче, этот, сходила я, ребят встретила. Вообще, говорит, классные знакомые. Полтинник отдали, долг. Короче, это, вообще, говорит, во, вороной конь. А по дороге, Коля, первая скорость мало по дороге, надо вторую переключать. Попробуй там, блядь, пиздец ехать. Начинаем, потом вторую. Ой, а что я выключила совсем? Во, все. А потом сюда, да? Все, во. Попробуй. Вторую надо. Пойдем туда, пойдем. Бля, время мало, давай. Вторую надо, Коля. На первую уже только слабаки ездил. Вообще не, бля. Я вижу. Что я еду. Вижу. Я говорю, гамме дает. Они шли. Вторая скорость. Здрасте. Я приехала. Ну вообще, что я хочу сказать? Ты тормозитрат нажимаешь кнопки. Как на. Что я хочу сказать? Что я, девочки, хочу сказать? Низкий звук громкости. Почему не нажал сюда?
Зайчка, спасибо тебе. Все, давай. За то, что ты у меня есть, за то, что ты мне его спустил на землю. У меня, видите, девочки, вторая скорость. Все дела. Зайчка, ты покататься хочешь? Нет. Тормозит, свет горит. А? Свет горит? Тормозит. Свет горит? Сейчас не горит? Не, ну едет на грунт. А там нажимаешь, тоже горит? И там, да. Вот, тормозит. Ага. Все, поставит. Зайчка, прокатись, зайчка. Девочка, сиденье очень удобное. Оно, короче, вообще по высоте. И можно пониже сделать. Мне повыше я попросила, зайчика. Я же девушка высокая. И складывается он. Хороший, хороший. Все сказали хороший. Оценили. Классный, говорит. Супер. Огонь, огонь. Мама вчера звонила, говорит, самокат привезли. Я говорю, привезли вам огонь. Супер, ну и вообще...